Всем привет! Под одним видео «Захват за пальцы» один комментатор сказал, что намного удобнее было бы захватить человека за локоть, чем схватить за палец. Один маленький момент. Вот я хватаю человека за локоть. Он у меня сейчас вырвется свободно, как бы сильно его ни держал. Дергайся. Выворачивай. Выворачивай руку. Еще раз. Выворачивай руку в сторону. Человек ушел. Когда я хватаю человека вот таким вот образом за пальцы и перехватываю его, он от меня уйти не может. По одной простой причине. Миша, покажи. По одной простой причине. Я держу его здесь. Я зажимаю. И малейшее движение с его стороны, в комментарии было, по-моему, написано: а если он другой рукой пальцем в глаз ткнет? Давай. Попробуй еще раз. Нет. Ребята, попробуйте сами. Прежде чем говорить, что теоретически это возможно, но на практике это не действует. Вы только что убедились в этом. Это не подготовка. Это на самом деле так. Когда мы держим человека в замке, достаточно одного легкого движения вниз, маленькое давление, и он полностью у вас под контролем. Я думаю, что вот этот вот короткий ответ на комментарий даст все пояснения. Всем удачи!